летит же. Большая электрика. Ага, это вы. Батарея выключи, чтобы он. Нет, не гудел. Специальная батарея, литий-полимерная. 3,3 ампера. Можно вас попросить, снимите меня? Нет. Пожалуйста. Может, держите. Сейчас я вот. Безопасно. Что пальцы нет, нет, а если и уворачивать, а уже. Не, уже я же включил батарею. А, все, да. Ну он, а там не видно практически. Вон. Очумелые ручки. Она падали, разбились, а потом опять собираешь. Все, на нее на машину. Можно купить любую запчасть. От последнего винтика все есть. В интернете, специальные магазины, сайты. Все заказываешь, все это. Ну все дорого, дороговато, да? Ну, да. Не как оригинал. Ну, вот он примерно где-то 50 тысяч рублей сейчас. Вот он. Я же вот смотри, не сразу купил. Вот в такое состояние, да. 50 тысяч рублей, да? Я сначала купил вот был, ну, то, что внутри. Потом подкопил денег. Купил там приемник. Потом уже вот это называется фюзеляж купил. То есть потихонечку. Вот это опята, Георгий. Ну, опята, да? Да. Да. Привет. Я же сюда. Вертолеты летаем, а мы опята любим. Так, идемте, идемте, идемте. Вот это уже с настоящим двигателем вертолет. Он весит 5 килограмм. Вот иди сюда. Нихрена себе, нихрена себе, нихрена вот себе. Вот это вот уже реальный вертолет, который не на батарейках, а на реальном двигателе. Титановый автомат перекоса, вот это титан. Сам? Угу. Угу. Ну, вот все системы электроники. Сервопривод, вот двигатель стоит, видишь? Угу. У него стоит специальная система телеметрии. То есть я на своем пульте во время полета, он мне показывает температуру двигателя, обороты лопастей, вот. Расход топлива какой, сколько осталось, сколько. Ну сейчас он без передатчик, ну, можно просто включить. То есть на пульте видно, да, расход, да, да, расход, да, топлива, да, да, идет. Да. И расход топлива, и самое главное, температура двигателя и обороты основного ротора. То есть это тоже очень серьезно. Вот это на таких вертолетах даже проводят чемпионаты мира. Вот это класс 50 называется. 50-го класса. Аппаратура здесь в основном вся американская, хай-тек фирма. Приемник семиканальный. Вот основной топливный бак, промежуточный топливный бак. Потому что в полете он же бывает вверх ногами летит. И здесь, чтобы он не прохватывал, специально стоит промежуточный бак. Плюс к этому основной бак заканчивается, чтобы он сразу резко не заглох. Ну это все... Как настоящих. То есть вот этот промежуточный, да, да, бак, да, это основной бак? Это основной, да. Угу. Фильтр топливный. Вот. То есть все как вот... Реально это, в принципе, настоящий вертолет. Только модель. Вот это сервоприводы, вот управление, автомат перекоса. Это по крену. Вот он, видишь, тарелку двигает. Вот это работает... Вот по крену, а это по тангажу. Слушайте, вот мне бы это вас познакомить с
у мамы муж есть. У моей мамы. Тоже такой же больной, как вот и я. Познакомить вас, блин, вообще. Нет, вы прям два друга будете. Ну, прям. Как? Он это, радиолюбитель, короче. Ну, тоже супер. Он собирает все. Он, знаете, чем занимается? Он это. Металлоскатели собирает. Mm-hmm. Ну это тоже. Это талант. Да. И мне это на Ютубе открыл по рисованию. Ага. Канал. Это, у него есть канал свой, как бы, mm-hmm. по рисованию. То есть не по рисованию, а по тому, то, что он делает, то, что он собирает, ну, да. Ну это очень много, да. Я тоже постоянно в Ютубе сижу, смотрю там все. Вот. Это вот называется Raptor 50. Вот. SE, но SE это уже модификация. Даст Бог, я вас это познакомлю. Да, ради Бога, я только за. Я вот с этим. Зовут Виктор его. Угу. Я вас познакомлю. Ну, наверное, с моих лет, наверное, так. Да, да? Нет, он помоложе. А сколько? Ему 40 лет. А, ну мне уже 50, слава богу, 2. Вот такой вот вертолет. Вот на нем реклама. Вот OS Engine, это японский стоит мотор. У него двигатель стоит японский, OS Engine. Вот. Sanwa, это сервоприводы. То есть тут все по-настоящему. Реклама, uh-huh. то есть реклама настоящая. Фирма, которая сделает эту сама рама, это вот Thunder Tiger, ревущий тигр. Вот. Uh-huh. Мотор. 1,8 лошадиной силы. Вот здесь стоит. То есть представь, на такой маленький, на 5-килограммовый вертолет 1,8 лошадиной силы. Вот эти лопасти вращаются 1200 оборотов в минуту. То есть голову отрубает мгновенно. Поэтому его так просто запускать нельзя. Его надо где-то обязательно, где нет людей, машин и прочего. Вот тоже у него стоит гироскоп. Да я представляю, гироскоп это такая махина. Да. Как еще раз называется? Гироскоп Футаба. По-моему, да, Футаба. Это чувствительный прибор. Сам гироскоп еще вот здесь стоит. Блок управления. Он такой весь тоже сенсорный. А, ну его здесь не видно, он там внизу. Это вот сверху приемник стоит, uh-huh. а снизу стоит управление гироскопом. Ну я тебе скажу, ты снимаешь это все есть. У меня нет. Это стоковая модель. Есть тут же как, наш моделизм, здесь все можно все время модернизировать. То есть вот так называемый апгрейд. Вот. Это вот у меня вот апгрейд только вот это вот, вот титановые цапфы, голова, так называемый хаб. Вот. А можно еще сделать и вот это вот металлическое, более крутой гироскоп. Можно вот это, вот, обратил внимание, на том вертолете нет вот этих вот так называемых флайберов. Здесь гироскоп двухосевой, вернее, ну да, двухосевой, он только держит его по курсу. А в том вертолете, тут там полностью... В трех осях он его удерживает. Вот. А здесь, для того, чтобы он висел ровно, вот так называемый флайбар находится. Это система Белла Хиллера. Вот в Америке очень много вертолетов. Вот, кстати, что во Вьетнамской войне участвовал Хьюи, UH-1 вертолет. Вот у него эта же система, система Белла. Вот. Да, и вот такие таланты работают на Керченском мосту. Ну да. Вахтовым методом. Да. Ну, старший электромеханик все-таки. Морского самоходного плавкрана. Типа Черноморец. Угу. Ладно, конец фильма, да.